no, don't speak Russian. Я разговариваю с покупателем. I don't know Russian. I don't know Russian. Please, please. Охрана. Охрана, блядь. Да, я из Воронежа, на самом деле, мне похуй. Хотели выходить в гости, как часто вы это делаете? Какое-то отношение имеет к делу. Я люблю тебя, как листья любят дождик. Слышь, бля, ебанутая нахуй, слышь? Слышь, ты уебался, в рыло получишь, блядь. Бежим, Жора! Девушка, вот эта девушка вообще не от вас ведет. На каком основании вы должны меня вот так вот кричать? Вы видите ее? Вы видите меня, пожалуйста? Вы видите меня, да, на сбол? Позови ее. Позови ее. Гуни. 0-1-1. Все. Так, в школе никого нету, нету Сергея Константиновича. Можно просто выбежать из школы, просто на изи, просто похуй! Владею цыганской магией, я могу приворожить, убить и так далее, тому подобное. И навести порчу. Чертям на славу, людям на забаву! Без объяснения причины, пожалуйста. Не насрать на вашу частную службу, я тоже... Нет, с нами трогать. На каком основании надо покинуть заведение? Я купила свой бокал и пью его. Нормальное заведу. Не надо на меня с агрессивным натиском. Мы либо вас выводим силой прямо сейчас. Вызывайте полицию. Нет, мы не будем вызывать полицию. С какой силой? Вы не имеете права меня трогать. Не имеете права на меня трогать. Ты меня! Что делать? Отпусти!